Всем привет, с вами Дар Риди, и мы продолжаем вести обзоры на приложение ВКонтакте. Сегодня поговорим об игрушке, пока страница спит. А, кстати, обзор у нас будет прямого эфира, то есть без монтажа, без вырезок. Вот, а вы уже потом сами судите, как будет лучше. А, с нарезками делать видео, или же прямые трансляции, они более лучшие, более живые. Что ж, игрушка называется «Пока страница спит». Стань частью захватывающей истории любви красавицы-казачки Марыси в новой игре приключения по мотивам известного сериала «Пока страница спит». Станица спит. Лауреата премии ТЭФИ 2014 года. Ищи предметы, играй в мини-игры, исследуй живописные уголки казачьей страницы и уездного Устюжина. Вот, любовь, опасность и новые приключения увлекут тебя в интерактивном романе с знакомыми героями. Помоги влюбленным обрести свое счастье. Вот такая вот игрушка, она похожа на стратегию. Тут, значит, я буду искать предметы. Очень такая вот увлекательная, интересная игрушка. Что ж, давайте запустим уже приложение и посмотрим на деле эту игрушку. Вот. Если вам понравятся больше живые летсплеи или как обзоры, как хотите называйте, то мы будем проводить прямые эфиры. Если же вам больше нравятся вырезки, то есть, ну, там, где уже все смонтировано и, то есть, ничего лишнего не будет, то голосуйте, выбирайте, ребята, я как бы только за. Вот. Ну, будет круто. Давайте я попробую нажать паузу, пока видео загружается, да? Итак, загрузка пошла, как вы видите. И мы продолжаем вести наш обзор на игрушку «Пока станица спит». Вот такая вот яркая картинка. Такие вот персонажи, видимо, из фильма. Очень-очень хорошо прорисованные. Они... Мне кажется, вот я вот такое видел, есть профессиональные фотошоперы, которые из живых людей делают такие рисунковые образы. Вот это очень круто, я пытался, у меня как-то получалось, да, но не очень сильно, потому что у меня, ну, не хватает времени. Вот, ну, в дальнейшем я бы хотел, конечно, этим заниматься. Все зависит от меня, от моих обзоров, если мне, наконец-то, будут приносить прибыль. Обзоры, благодаря, конечно же, вам, зрители мои, то и будет что-нибудь такое интересное, да. На моем канале я скоро заведу второй свой канал. Там тоже будет очень много чего интересного. Ну, я буду посвящать, как бы, творчеству. Такой я творческий человек, но у меня времени нету реализовывать свои идеи. Что ж, давайте нажмем паузу, пока загрузится страница. Ну что ж, игра загрузилась, и давайте же продолжим разбирать ее. Так, перед нами Алена, она нам будет подсказывать этот, понимаю. Здравствуйте, меня зовут Алена, девушка, я гордая, образованная, живу с батюшкой и матушкой в городе Устюжине. Что ж, давайте далее. Живет наша семья небогатой, чтобы поправить наше положение, а заодно устроить мою жизнь, задумали родители выдать меня замуж за богатого купца Колеванова. А я Степана люблю, и он меня. Вот должен прийти с минуты на минуту. Здравствуй, Аленушка, любимая. А почему грустная ты такая? Степан, вот он. Значит, Алена любит Степана. Новость у меня плохая. Родители меня насильно замуж выдают. Ради денег. Ты же знаешь наше положение. Дом в залоге. Ага, дом в залоге. Я очень люблю тебя, но что же мне делать? Как замуж? Что ты говоришь такое? Надо увезти тебя отсюда срочно, сейчас. Как знал. Снял в станице домик. Там нас повенчают. Немедля собираем вещи и в путь. Комната Алены. Окей, зайдем в комнату Алены и посмотрим, что там. Так, требуется для прохождения 10
10 энергии. Награда в случае успеха. Так, 45 золотых и 30 звездочек. Уровень мастерства. Короны тут. Такие вот 5 коронов. Так, что должен найти? Исследуй, да? Тут ложь какая-то, подушка, маска, платье, ключ. Давайте исследуем. Очень интересная игрушка на нахождение предметов. Я думаю, я буду вести на нее обзоры. Думаю, это будет круто. Посмотрим. Игру в действии. Для более удобного поиска разверните игру на весь экран. Не, я не хочу. Не хочу и раз. Так, вот так вот сейчас ставим. Мне нужно собрать все предметы, указанные в нижней панели. Надо найти все, я без них не могу уехать. Начнем с сумочки. Обязательно нужно зеркальце, не могу его найти. Давайте воспользуемся подсказкой. Она точно покажет на предмет. Так быстрее будет. Компас, да, вот компас мне покажет на предмет. Нам нужно найти зеркальце. Окей, давайте нажмем на компас. Вот, она подсказала, что зеркальце наше на фортепиано. Так, нажимаем, зарабатываем деньги. Еще пара вещей и можно ехать. Помогите мне их найти, пожалуйста. Кликните по ним на экране. Так, найдено 2 из 4 предметов. Еще мне нужно найти коньки и куклу. А если я мимо, допустим, нажму? А, видите, минус 5 секунд. Если я нажимаю, будет минус... Ну, не туда, будет минус 5 секунд. Раз, два, три. Раз, два, три. 3 раза нажимаю и минус 5 секунд. Вот, видите? Так, нужно найти куклу. Куклу, куклу, куклу. Зачем мне кукла? Ну да ладно. Вот она, кукла. А, чем быстрее я нахожу, тем больше мне дают очков опыта. Вот, то есть тут есть смысл найти как можно быстрее предметы. Ну и коньки. Уровень мастерства, 1 корона. Да, чем больше корон, тем ну, бонусы какие-то будут мне. Уровень пройден, вот насколько, на один петушок. Отлично. Отлично, у вас все получилось. В моей комнате осталось еще несколько очень нужных вещей. Найдите их там, пожалуйста. Да, давайте поможем ей. Комната Алены. Тут какие-то задания слева у меня вот зелеными стрелочками показаны. Да ладно, давайте зайдем в комнату Алены и посмотрим задание. Кстати, обзор будет по 20 минут, я думаю. Если вам понравится вот этот обзор, ставьте лайки, будет продолжение обзора. Так, исследуем комнату. Так, что тут нам нужно сделать? Найти яблоко, стопка книг, туз, зеркальце. Окей, я думаю, я найду. Тут у меня еще есть подсказки. А, они заблокированы, нет доступа в данном режиме. Ладно, пока пробуем так найти. Туз, вот он. Стопка книг. Нет, не она. Вот стопка книг. Нет, тоже не она. Так, ладно, яблоко. Яблоко и зеркальце. Зеркальце, вот оно. Так, яблоко, 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 яблоко я не вижу. А, вот яблоко. И стопка книг. Вот она, стопка книг. Окей, уровень мастерства уже хороший, да? Я хорошо делал. А, вот, на 5, значит, это деньги умножаются на 5, или... Я пока еще не понял. Так, мы нашли пуговицу, отлично. Это, видимо, коллекционирование предметов. Поздравляем, вы получили 2 уровень, ваша энергия полностью восстановлена. Максимум энергии плюс 10, кристаллы 5. Новая локация. А, дом Любаши. Этим стоит поделиться. Так, давайте поделимся. Окей, это будет видно на моей странице. Никому ничего не сказав, Алена и Степан уехали в станицу. Вот мы и приехали в станицу. Хорошо, тут спокойно. Только я сказал, что мы брат и сестра, чтобы сплетни дурные не ходили. Мне как раз кажется, что наоборот, сплетни дурные пойдут, что брат и сестрой живут вместе и
по ночам они что-то делают. Ладно, я шучу. Так, жить будем в доме у Любаши. Давай зайдем и осмотримся. Хочу, чтобы тебе все понравилось. И далее. Так, теперь давайте ознакомимся с заданиями, которые будут появляться в игре. Ну что ж, давайте. Так, какие-то неполадки. Ну, сейчас я нажму паузу, попробую исправить их. Что ж, давайте продолжим. Были небольшие неполадки. Так, теперь давайте ознакомимся с заданием, которое будет появляться в игре. Да, давайте познакомимся. Прибытие в станицу. Здесь так мило. Простой станичный дом без излишеств. Однако он наполнен чем-то теплым, настоящим. Любаша явно отличная хозяйка. Она несколько вещиц лежат не при деле. Так это добрый домовой шалит, не иначе. Помогу Любашу их собрать, а вы мне помогите, ладно? Так, следуйте комнату в доме Любаши. То есть мне надо ее исследовать комнату, посмотреть, что там. Да. Дом Любаши. Доступ в дом Любаши пока закрыт. Чтобы открыть, нужно 2 петушка. Да, без всяких смешков, нужно нам действительно 2 петушка. У нас они есть, нажмите на кнопку «Открыть». Кстати, петушки можно зарабатывать, обыскивая комнаты. Окей, чтобы открыть комнату, надо 2 петушка. У меня есть 2 петушка, поэтому мы открываем комнату. Требуется для прохождения 15 энергии. Да, исследуем, у нас есть энергия. Что нам нужно тут найти? Сейчас мы посмотрим. Да, грузится, конечно, долговатая игра, у кого медленный интернет. Будет долго грузить, но игра стоит того, потому что игра реально крутая, очень красочная и красивая. Так, что нам надо найти? Бабочку, звезду, щетку, деревянную ложку и кувшин. Так, бабочку, звезду, щетку, деревянную ложку и кувшин. В принципе, можно даже пока найти так образно. Так, вот я нашел бабочку, вижу, щетку вижу. Кувшин вижу, звезду и деревянную ложку. Звезда, звезда, звезда. Видите вы звезду? Деревянную ложку. Деревянную ложку вижу, а вот звезду пока нет. Ладно, давайте попробуем. Так, бабочка, щетка, деревянная ложка, звезда и кувшин. Кувшин, вот он. И звезда. Где же ты? Давайте подсказку попробуем. Вот она, звезда, я бы ее сразу нашел. Так, уровень пройден, 3 петушка наши. Так, новичок, награда, бокал вина и какое-то кольцо. Хорошо, мы справились с этим заданием. Отлично. Здесь так мило, просто станичный дом без излишеств. Однако он наполнен чем-то теплым, настоящим. Любаша явно отличная хозяйка. Несколько вещей лежит не при деле, так что добрый домой шалит. И не иначе, помогу Любаше их собрать, а вы мне поможете. Помогите, ладно? Ага, это уже было, все, выполнил я задание. Награда 100 золотых и 10 звезд. Спасибо, делиться не будем. О. Колеванов, позвольте представиться, Петр Аверьянович Колеванов, купеческого сословия, человек я богатый и цену себе знаю, а невеста моя ненаглядная сбежала, первонаперво выясню, куда она отправилась, давайте-ка осмотрим ее комнату, так она быстрее будет, быстрее найдется, так она, черт, ногу с... Сломит. Черт ногу сломит в этом девичьем будуаре. Нет, нельзя давать много воли барышням. А вот, а то вот, чем дело,
кончается. Соберут вещички и одеял. Поминай, как звали, съезжало то в попыхах много вещиц собрала мимо саквояжа. Вы пока их соберите и сразу в погоню пустимся. Окей, так, исследуем комнату Алены в новом режиме. Да, я думаю, это мы справимся по-любому. Так, комната Алены. Да, требуется для прохождения 10 энергии. 10 энергии у нас есть. Так что давайте исследуем комнату. Игрушка очень такая привлекательная, яркая. Мне понравилась. И из приложения ВКонтакте я бы ей присвоил 5 баллов. Да, она заслуживает этого. Вам предстоит обыскать комнату в новом режиме силуэты. О, новый режим силуэты какой-то появился. Сейчас мы это узнаем. Так, находите предметы, соответствующие силуэтам, показанным на панели внизу экрана. Круто. Вот, 4 силуэта. Сейчас мы их рассмотрим детально. Для быстрого поиска предметов можете использовать подсказку «Магнит». Она покажет сразу 3 предмета. Попробуйте воспользоваться ею сейчас. Подсказка «Магнит» у нас появилась. Так, ну это, видимо, часы первые, второй это светильник. Третий, я не знаю, четвертый это, наверное, кораблик какой-то. Да, давайте магнит попробуем. Так, вот он предмет. Раз, два, три, я вижу. Раз, два, три. Письмо. Так, очень крутой магнит. И часы. Часы нам надо найти, четвертые. Вообще, это самое легкое, я думаю. Тем более, тут сразу виден силуэт. Я должен увидеть его, но я его не вижу. Так. Ну и куда их спрятали, часы? Куда же их могли спрятать? Вот они, у меня. Так, мы выиграли. Уровень мастерства новичок. Так, получил награду. Вы нашли какую-то картину, ложку и наперстник. Ну, туда иголки всякие засовывать. Так, вот, отлично, да, мы выиграли. Черт ногу сломит в этой девичьей будуаре. Так, это я читал уже, да, вот мы выполнили это задание. Спасибо. Я человек такой, если уж за что взялся, от того не отступлюсь. Я уже выяснил, куда она отправилась, а именно в станицу, соседнюю. Станица эта мне не чужая, кум мой там живет и крестница моя Марыся. Отправляйтесь в станицу, она вас там встретит. Да, давайте отправимся в станицу. Так, вот она Марыся, симпатичная такая девушка Марыся. Даже очень. Что ж, давайте почитаем, что она нам говорит. Меня звать Марыся, я дочь Григория Сотника. Мы сотники в станице и окрестностях на слуху. Богато живем, да, друг, дружки, крепко держимся. А станица наша известная в округе потому, как тут настоящие казаки живут. Так вы посмотрите сами, как у нас пригоже, все аж глаз радуется. Так, ярмарка. Как много тут всего. Дом Любаши, ярмарка. Так, что нам надо найти-то? Спасение Марыси. Испуганная лошадь уносит дочь сотника в пропасть. Степан отважно бросается на помощь девушке и спасает ее от неминуемой гибели. Очень интересная игрушка с таким замысловатым сюжетом. Классно. Каков герой этот Степан? Таких казаков еще поискать, да и красив к тому же. Люб он мне, ох, люб. Никого я не любила до сих поры, а тут чую, сердечко ёкнуло. Выходит, судьба это моя, быть ему моим суженым, все сделаю, чтобы женился он на мне, или я не Марыся сотник. Так что, хорошая, красивая девушка, почему бы не жениться?
Так, ладно, что нам нужно сделать? У нас еще есть магазин, инвентарь, коллекции, достижения, друзья, подарки и настройки. Все это будет в следующем обзоре, обязательно. Ну, вот такая вот игрушка, если вы хотите продолжение обзора этой игрушки, то смотрите, ставьте лайки, классы, делитесь этой записью с другими, и будет все круто. Все, с вами был Дар Риди. Всем до скорого, подписывайтесь на мой канал, на канал моего партнера, на канал моего друга. Вот, и всем до скорого, ребята, всем пока.